Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Менин аты жөнүм Элдар Абакиров. Мен Кыргызстандын президенттигине талапкерлигимди койдум. 2021 жыл 10 январ бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү күн. Ошол күнү биз азыркы саясий кризистен чыгышыбыз керек. Урматтуу шайлоочу, ошол күнү сен чечим кала албасаң, сенин ордуңа эч ким кабыл албайт бул чечимди. Эмне үчүн мен талапкерлигимди койдум президенттикке? 91 жылы Кыргызстан эгемендүүлүктү алганда биздин жашыбыз 10 жашта элек. Андан бери 30 жыл өттү. 30 жылда биз көп нерсени көрдүк. Акаевдин бийлигин көрдүк. Жээнбековдун учурун көрдүк. Атамбаевдин учурун көрдүк. Бакиевдин убактын көрдүк. Бирок ойдогудай биз бир жыйынтыкты көрө алган жокпуз. Мен өзүм 98 жылы Казак улуттук университетинде кесиптик математикада 6 жыл окудук. Жалпысынан биз 5 жыл программист болуп иштедик. IT тармагында, 7 жыл финансы тармагында банктарда иштедик. 12 жыл сыртта жашадык. Лондонго чейин барып жашап иштеп келген күндөр болду. 10 жылдан ашык биз ишкерлик менен алектенип келебиз. Андан тышкары 2016 жылдан 2019 жылга чейин биз 3 жыл экономика министринин орун басары болдук. Биз жумушту практика жүзүндө билебиз. Биз теория жүзүндө иш кылбайбыз. Ар бир берген сөзүбүздү биз ишке ашырганга болгон аракетибизди жумшайбыз. Талапкер катары менин негизги оюм биз бийликти максималдуу түрдө албетте элге беришибиз керек. Анткени Кыргызстанды багып аткан бул эл. Элге биз өз жанын бакканга, ишкерлерди ишканаларды ачканга, өзүнүн товарын сыртка сатканга, жумушчулар өзүнүн билимин көтөргөнгө, тажрыйба алганга биз шарт түзүп беришибиз керек. Демек, бийлик жана шарттын баары эл үчүн болуш керек. Бүгүн конституция жөнүндө ар кандай суроолор болуп атат. 10 январда референдум болот. Сен президенттик системаны колдойсуңбу же парламенттик же каршысыңбы? Мен өзгөрүүлөргө каршымын. Менин оюмча өзгөрүүлөр керек эмес биздин конституцияга. Бүгүнкү күндө биринчиден бизге шайлоо мыйзамына өзгөрүү керек. Ал кандай өзгөрүү? Бүгүнкү күндө албетте бизде парламент бир принциби жок адамдардан турат көбүнчө. Ошолордун курамы өзгөрүш үчүн биз партиянын ичинен адамды тандашыбыз керек. Асанды же Үсөндү. Эгер Үсөн олигарх болсо, жаман-жуман иштерге аралашса, эл аны тандабаш керек. Партиянын лидери аны тандабаш керек. Эл тандап, ошол партиянын ичинен тизмеде биринчи Асан болобу же Үсөн болобу, ошо эл тандаш керек. Ошол аркылуу биз чыныгы люстрацияны ишке ашырабыз. Күчтүү принциби бар элдин алдында жакшы аброю бар гана депутаттардан турган парламент туура эмес иштеп аткан ууру бийликке, президентке, премьер-министрге импичмент жарыялат же жумуштан кетирип салат. Ошондой гана бизде мыйзамдуу, легитимдүү бийликти кетирген жол болуш керек. Менин программам аты Адилеттүү Кыргызстан. Программамдын негизги өзөгү бул адам ресурсу. Бир гана элдин колдоосуна таянып, таза жана профессионалдуу кадрлардын тажрыйбасы менен биз Кыргызстандын экономикасын көтөрө алабыз. Кыргызстандын экономикасын көтөрмөйүнчө, элге жетиштүү жумуш орун түзүлмөйүнчө Кыргызстанда бир да маселе чечилбейт. Биз 2021 жылы 10 январда практиктерди, профессионалдарды колдошубуз керек. Популисттерден, куруу сөздөрдөн биздин эл чарчады. 10 января в Кыргызстане будет очень важный день для нашей страны. В условиях сегодняшнего политического кризиса народу нужно принять верное решение. Если рассказать о себе, то сам я из Чуйского района, но вырос и учился в городе Каракол. В 1998 году я закончил школу-гимназию с физико-математическим уклоном. Учебу я продолжил в Казахстане, в Казахстанском государственном университете по специальности прикладная математика.
В своем опыте, в своем багаже, в своем резюме я имею опыт работы программистом около 5 лет, около 7 лет работы финансистом, опыт работы предпринимательства более 10 лет в 3-4 сферах. И также с 2016 по 2019 год я был заместителем министра экономики. Как кандидат в президенты, я считаю, что власть нужно отдавать максимально народу и местным властям. Сегодня стоит большой вопрос о Конституции. 10 января весь народ должен принять решение по Конституции. Какую форму управления хотим? Президентскую, парламентскую? Или мы не хотим никаких изменений? Я за третий пункт. Я считаю, наша действующая Конституция, она может прекрасно работать. В первую очередь нам нужно заниматься экономикой. Я предоставляю свою программу «Адалетлю Кыргызстан», «Справедливый Кыргызстан». В моей программе имеется 6 пунктов. Самое главное в моей программе – это человек. Человек со знаниями, соответствующим воспитанием. Первым пунктом является эффективный президент. Президент, который готов взять прогрессивное направление, готов принять конструктивные решения и который нацелен на эффективные результаты. Я считаю, нам от политиков нужно меньше слов, больше дела. Но один президент, он мало что сможет сделать. Поэтому самое главное – это команда. Команда в правительстве, команда вокруг президента. Тех людей, которые стремятся на должностях с помощью покупки места, либо через своих знакомых. Я думаю, таких людей нельзя подпускать к должностям. Если мы посмотрим опыт других стран, то президенту, премьер-министру приходится находить среди своих граждан именно тех людей, которые своими силами и знаниями смогли добиться хороших успехов в этой жизни. Они закончили успешные университеты, они работают в разных международных компаниях, они своим резюме доказали, что они являются действительно профессионалом своего дела, порядочным профессионалом. Как только мы сможем таких людей привлечь в команду, в правительство, в аппарат президента и в другие органы власти, только тогда мы сможем поменять нашу систему. Все прекрасно знают, как работает видеокамера в городе Бишкек. Вне зависимости от твоего авторитета, связей, документов, все обязаны одинаково платить штраф, если нарушили правила. Такая же система должна работать при сборе налогов, при сборе таможенных платежей. Только так мы сможем пополнить наш бюджет. Третьим пунктом в моей программе это является децентрализация. То есть власть нужно отдать местным органам власти. Если мы научимся продавать товары не только в одном направлении, но и нескольким странам, мы сможем построить сильную диверсифицированную экономику. Для этого нам нужно создать условия по логистике, нам нужно построить железную дорогу Китай, Кыргызстан, Узбекистан, нам нужно расширить аэропорты, нам нужно построить сильную инфраструктуру. По этой части у нас будет очень много работы. Иллюстрация, она должна быть через выборы. Именно через внесение изменений в закон о выборах, где избиратель будет выбирать не только партию, но и человека, мы сможем избавиться от старых политиков, которые замешаны в плохих делах и не пользуются авторитетом у народа. Президент должен являться гарантом для всех граждан, вне зависимости от этноса, пола, религиозной принадлежности, и всем обеспечить безопасность и стабильную, уверенную жизнь. Я не теоретик, я практик. И каждое свое слово мы говорим взвешенно, с целью воплотить его в реальность. Спасибо.